уважаемые граждане России, дорогие крымчане, севастопольцы, после тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. Спасибо крымчанам и севастопольцам за их последовательную, решительную позицию, за их ясную, выраженную волю быть вместе с Россией, за то, что они через годы, десятилетия пронесли любовь к нашей Родине, к России.